Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Геник. Шахин. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Отлично отбор, но мяч-то кому достанется? Хороший обостряющий пас. Решил пробить. От стойки в ворота. Мяч сотрясает стойку ворот и отскакивает в створ. Это гол. Вот интересно, а не было ли там рикошета? Довольно неприятный момент все-таки для вратаря. Он вроде бы контролировал ситуацию, но тем не менее мяч оказывается в сетке. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Бэйнс. Швайнштайн. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Барри. Это может быть опасная атака. Есть адрес у этой передачи. Гол! Сравнивают они счет. Какой у нас матч богатый на события получается. Да, самое начало матча, а голы уже посыпались. И это дает надежду, что дальше будет еще интереснее. Джак. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Защита справляется. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Потерял он мяч, но кому он достанется? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Джака! Забивают они! И теперь, конечно, преимущество на их стороне. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба, и поэтому ведет за собой своих партнеров. Счет 2-1. Пас голкиперу, тянут они время. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. Швайнштайн. Отличный удар. Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Вот это удар! Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Джака. Тащит мяч. Вперед он. Подача. Чей мяч будет? Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Бэйнс. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Мяч покинул пределы поля.
Жака. Это может быть опасно. А вот это уже здорово. Тащит вперед мяч. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Барри. Шикарный момент! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Тем временем у нас 3-1. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Может быть интересно. Забивать можно. В офсайде игрок по мнению судьи. Ничего себе. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов гостевой команды, которой надо забивать. Хозяевам нужно удержать победный счет и, главное, не переходить ту грань, после которой арбитр будет считать такие действия затяжкой времени и начнет показывать. Удар! Опасно! Уверенно сыграл голкипер. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Бейнс. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Тут может что-то получиться. Крул. Момент упущен, навес не получился у игрока. Швайнштайн. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Жак. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Отлично сыграно. Надо решать. В этой атаке оборону пройти не удалось. Барри. Закончил. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Хорошо укрыл мяч. Шахин. Все верно. Края надо чаще задействовать. Может получиться интересная атака. Отобран мяч. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Это горчишник. Вполне справедливо. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Перехват в центральной зоне.
Очередной аут. Швайнштайн. Барри. Рул. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Увидел открывание впереди, делает передачу. Пас на ход партнеру. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Ну, мне кажется, не забивать в таких ситуациях сложнее, чем забивать. Да, мог ударить сам, а мог и сделать пас партнеру. Но главное, это все-таки результат. А мяч в ворот. Счет 3-2. Смотрим дальше. Браво. Рул. Катают мяч игроки выигрывающей команды. Никуда. Какая техника, как он. Момент. Нет, офсайд. На пару решили разыграть эту комбинацию. Пошли последние полчаса игры. Бейнс. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Тут защита справляется с потерей мяча. Здесь он попадает под прессинг. Пока неплохо. Удар по воротам. Это удар. Да, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Тут его прижимают, не дают пространства. Барри. Тут может что-то получиться. Очередной точный пас в его исполнении. Удар! Опасно! Угловой. И в центр штрафной. Мяч летит от углового. Швайнштайн спасает вратарь. Но мяч у атакующей стороны. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Ну-ка, быстро. Ну-ка, вперед. И пас обратно. Скучновато. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Бить надо! И сравнивать счет! И забивают они. Довели дело до ума. Наконец-то! Да, сравняли. Красавцы! Невероятная игра. Сравнивает счет аутсайдер. Смотрим дальше. Да, здорово завелась команда. Сейчас начнется самое интересное. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Пересек мяч боковую линию. Дорожить нужно мячом, а не дарить его соперника. Посмотрим за этой атакой. Швайнштайн.
Удар. Ждем угловой. Ставит корпус, не расстается с мячом. И как опасно пробил. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Шахин. Жак. Это может быть опасно. Он бьет. Штанга! Положение в игре. Лидирует Лазер. До конца игры 7 минут. Шахин. Это может быть опасная атака. Навес в штрафную. Скидка опасна может быть. И это удар. Мяч в сетке. Рикошетом от игрока обороны. Ну что, сейчас начнется самое интересное. Осталось не так много времени до финального свистка. Да, им остается только дотерпеть. Времени буквально на пару атак осталось, не больше. Ну что, сколько сегодня еще будет голов? Я думаю, что примерно 15, а может быть 18. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо бан, либо пропал, поэтому эмоции и бьют через край. Вот это вот мяча из аута. Сразу же соперник. Отобран мяч. Надо возвращаться. Похоже, что лучшего момента видит игрока впереди и отдает пас на ход. 3 минуты будет добавлено. Мяч летит в сторону ворот. Мяч на центр. Перекладина не спасла. Мощнейший удар пришелся в каркас ворот, после чего мяч опустился таки за леточку. Нельзя сказать, что гол вытекал из логики игры, однако такой эпизод определенно придаст уверенности голеадору. Защита первая на мяче, вынос. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Без труда он его забирает. Очень неплохо пока. Надо только довести эту атаку до ума. И тогда победа ваша. И вот в концовке матча команда получает шанс забить. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Бэнкс! Вратарь! Еще остается раз. Ну что, ничью подарил своей команде, это как минимум. Решили коротким пасом разыграть эту угловую они. Удар! Опасно! Ничья по итогам 9. Тренеры поговорили с командами, установки получены, дополнительное время началось.
Жако. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Отлично сыграно, надо решать. Есть адрес для передач. Поторопился уйти в отрыв футболист. Отличная была возможность для результативной атаки, но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение вне игры. И вполне заслуженная желтая карточка.